Моя работка. Разобрал трансформатор. Тут я положил пластины, которые с такими разобрались. Тут одни такие пластины, тут одни такие пластины. Тут они по очереди складывались. Сперва складывал, что потом в таком самом порядке сложится. Потом увидел, что нет смысла так складывать, начал вот так складывать. Что? Тут если померить метром, тут сопротивление должно быть там мегаом. Они изолированы. Пока разбирал, тут порезал. И тут сложно это было вытащить первую пластину. Она уже попортилась, наверное, ее уже обратно засунуть не удастся. А потом уже полегче. Тут вам много всяких обмоток, какая-то из них пробилась. А тут вот эти 17 вольт, это как бы средняя точка. Вот тут 220, тут 56, кажется. С этим ножом разбирал, вот с этим. Теперь скручивать буду вот так. Смотал еще одну на 56, кажется, вольт обмотку. Но похоже, она нигде не пробита. А та была обмотка. Она была со средней точкой, сразу два провода мотались. Но там мало проводов. Там вот. Где 9 вольт, насчитал где-то 35 витков, получается где-то 4 витка на вольт. Так сделано, что каркас складывается из двух половинок, чтобы как бы вот на этой была эта обмотка толстая, где по 9 вольт со средней точки, всего где-то 18 вольт. И она очень через и пластмассу изолированная от высоковольтной обмотки. Теперь тут клеем заклеено. Чтобы это разобрать, может, было бы хорошо в кипяток вбросить, чтобы этот клей растаял и разобрать. Я думаю, может, потом вообще-то можно какую-то половинку брать, потому что вот это вот лишнее будет. Тогда сделать, ну, легче будут железки залазить, наверное. Разогрел эти катушки в плите, раскипятил и разобрал. И тут я не вижу все равно никакой обмотки сгоревшей. Пока разбирал, тут повредил несколько. Может быть, попробовать собрать вот этот
повреждения там отверткой вроде набило. Что там ничего и страшного. Наверное, надо все равно все смотать. Потом, если буду мотать, нитки уже по-другому сложатся. То потом долго, может быть, придется собирать. Пока собирал, тут оборвалось. Как-то весь раскручивал. Все лаком пропитано. Нормально, наверное, не удастся тут разобрать. Нужно либо все тут рвать, либо попробовать так или и посмотреть, или не сгоревшая мотка. Быстрому собрал, не все детали применил. Осталось еще. Вот тут подпаять один контакт, другой. Тут и посмотреть или через лампу, как он будет потреблять. Если будет 130 ватт потреблять или больше, значит, ну, если лампа ярко загорится, 60 ватт, значит, сгоревший. Либо на холостом ходу, если будет каких 140-130 ватт потреблять, значит, сгоревший. Если, как я, 3 ватта, тогда хороший. Трансформатор готов. Вот тут его лаком не мазал и не клеил, чтобы потом легче его разобрать было. И вот еще осталось несколько пластин. Все там плотно не зажимал, чтобы тоже было легче разобрать. Если что, перемотать. Но тут немножко, думаю, одну пластину слишком, может, не надо было ставить, то она вот очень плотно достаточно зашла, и теперь будет трудно, так, релятивно трудно разобрать. Вот первый раз я подключаю через лампу. Вот если лампа не горит 200 ватт, значит, он мало потребляет. Вот 10-11 ватт. 10 ватт. Хотя раньше вроде бы 8 ватт было, почему-то выросло потребление. Что-то он тут расшатался. Вот 8 ватт. Power factor 19, значит, почему-то вот снова 20 ватт, 10 ватт. Вот, power, а тут уже лампа нагрелась. Power factor 20, это значит, что очень много идет энергии обратно, очень много реактивной мощности. И как бы на нагрев активной мощности идет, то есть 20%, а 80% идет обратно в сеть. Вот без лампы power factor 11, 90% идет обратно в сеть, и 10% идет на нагрев первичной мотки трансформатора. И потребляет без лампы 6 ватт. На выходе 47 вольт.
Я рассчитывал, что будет 50 вольт на выходе. Ну, примерно угадал. 200 витков выходная обмотка. Где-то 200 с чем-то там. 210 где-то там. Кажется. Будет гудеть, зато буду знать, что включен. И не оставлю нечаянно забыт выключить. В коротком замыкании потребление становится 300 ватт. И power factor 100. То есть вся энергия идет на нагрев. Короче, 300 ватт и power factor 100 показывает.